Я сегодня получила такой подарок на этой медитации. Вот. Я шла к этому моменту много лет. И я, ну, мой род меня где пинками, где пряниками подталкивал к этому моменту. И я благодарна своим учителям, там, в первую очередь Лиз Бурбо, Берту Хеллингеру, которые дали мне, в конце концов, понять, что я член своего рода, о чем я, в общем-то, не знала. Я очень благодарна Олегу Матвееву и Эдику Заксу за авторитетное мнение, которое не позволило мне просвистеть мимо этого семинара. И я благодарна Андрею Гуляеву за великолепное мастерство, за фантастическую поддержку, за юмор, за то, что как бы, ну, не давал сильно больно удариться. И я благодарна Саймону Роузу за РПТ. Я благодарна группе и за поддержку, за совместную работу, за перфекционизм. За неизбывный перфекционизм. И я надеюсь и желаю всем, что этот семинар не пройдет для нас бесследно, что все мы получим массу, как это сказать, слово-то, в общем, много хорошего еще в жизни, благодаря вот этому шагу, на который мы, в общем-то, все вместе решились. И я надеюсь, что мы еще встретимся, у нас еще есть. Куда? Еще, да.